регенерация не надуманная, когда она естественная и планомерная. И самое интересное, что интеграция информационных технологий и медиаобразования сегодня происходит в одном из самых неожиданных направлений, направлении дошкольного образования. Как никто, другие педагоги понимают, что сегодня мы, находясь, вот как, ну, будем говорить, как ни странно, ситуация, общественно-политическая ситуация, нам сейчас как раз и демонстрируют, насколько важны сегодня информационные технологии, медиа, средства и критическое понимание того, что происходит. Мы все с вами сегодня, по сути, находимся в состоянии информационной войны. И как правильно научить детей оценивать то, что происходит? Потому что не всегда даже взрослый человек сегодня может оценить и отделить правду от лжи. Какие-то навязывания чего-то мнения от истины и фактов. И данное направление, медиаобразование, оно сегодня очень актуально и для школы, и для педагогов в том числе. Я надеюсь, что сегодняшняя летняя школа за эти 5 дней поможет вам и в себе разобраться, и разобраться в этом мире информационных и медиатехнологий, которые пытаются манипулировать сегодня нашим сознанием, но мы с вами должны быть готовы к этому. Почему? Потому что мы учим детей, и мы с этими детьми работаем.